Петру Павловичу Логвину 87. Он живет в Звенигороде уже полстолетия. Был строителем, сейчас борется за сохранение исторической памяти в родном городе. Одна из последних его реализованных идей – мемориальная доска герою Советского Союза Михаилу Пронину, установленная на доме 2 в микрорайоне, названа в честь генерал-майора. Эта доска, так сказать, плод многодневных трудов, потому что надо было и сделать надписи, и шрифт, и что написать. А когда мы установили, значит, начали люди нести цветы, на асфальт ложить, и туда поближе за железку засовывать. Мы поняли, что нужна полочка обязательно. Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков приехал по просьбе Петра Павловича. Пообещал рассмотреть возможность установки полочки под цветы до официального открытия памятного знака. Родственники генерала Пронина, они приветствуют и обещают даже приехать. Ну, наверное, не к Дню защитника, а к 9 мая мы обязательно и проведем здесь на торжество маленькое. В Звенигороде еще много памятных мест, которые нужно привести в порядок. Среди них, например, улицы Василия Фабричного и Владимира Комарова. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».